Всем привет, ребят! Мы на огороде. Сегодня Дедькова приехал помогать. Жена желает, а Мария генерал. Крюки порвал только, что не дернул. Вырезал себе мясо, а об эту штуку дернуло. Вот туда бы я бы и не это самое. А что ж тогда подсовываете старые? Что подсовывает? Подсунули, у меня старье. Старые. Ты что? Ты попробуй их одервать. Это зятя. Ну так что, а тут? Не лезь туда, не лезь. А что ты там завязал? Кого я завязал? Ничего не завязал. Ну, просто у меня... же тебе велики. Не, ремешок у меня. Хватит снимать, так, хватит. Так я их порвал, елки-палки, такие штаны, их нет, но это самое. Да мне кажется, я вот эту штуку дай мне завез. Да я... Почему у нас таке для Дідькової задання? Ну як не задання, щоб він нам помог, поміг просто вишню. Сюди ми потягнемо і воно спилять. Тому що там і до проводів воно касається, і взагалі вона не нужна така здорова. Гляньте, яка вона здорова вишня. Об'їжджаю. Знайшов я ті крючки. Які? Де вони були? У Васьки вже там, але, правда, не його. Його, розумієте? Тюльвась! Опа! Так что, даем ему задание. Не то, что там даем задание, просто просим человека, чтобы спилял. Так что, бачите, как у нас вишня здоровая. И он еще маленькая вишня. Вона не дуже велика. Ну, твоя, та сама. Не дуже великою. Юра, хватит за мной следить, Юра. Глянь, жопу вимазав. В чому? Витрусуй. А в чому я вимазав? Так що, наводимо порядок. Я не знаю, що. Ну, наверное, сидіння було. Та я не знаю, що ти оце. Давайте там буде все одно не свадебне. Там може сісти. Не свадебне. А ваше свадебне, що ще живе? Свадебный костюм лежит. Кошмар. Уже малой, правда. Иди лестницу собери. Иду. Бензо, электропилу. Не надо. У нас бензопилы нема, у нас электро. Я не хочу бензу, я не буду бензу. Да у нас нема бензопилы, ма, у нас только электро. Не, я не буду включать. Она сейчас, я буду включать. Боится свою электропилу достать. Не дай бог, это самое есть. За кромов. Бери лучше ручную пока. Ну ага, ты знаешь, сколько здоровья надо? Я и так... Ма, ну не жалей, ну реально, это тяжело. Ира! Что? Ну ты представляешь, бензу, не дай бог, упадешь в ИСИСИ. Кто упадет? Ира, все, ее нету. Ирочка, ты знаешь, где надо? Сыны нанесу ей пылять. Там нема, что пылять. Ты у этого самого пылял. Я не пыляю сильно сам. Ти в этого пиляв, скажи, як ми їздили туди до баби, і ти у сусідки пиляв цей, як його, горіх, і то там товще було, що в орех, метр. Орех, он мягкий, вишня та твердий. Не, Вовик, ну ладно, давай пилу, нашу ручную, я попробую її. Ну, если только-только, я та сам. Дай сначала веревку, веревку дай. Свою? Свою веревку? Давай свою какую, ну какую-нибудь, чтобы такой. Ты что за Алексеевна? Ира, я тебе не завидую. Ну, как-то приходится жить. Да ну ясно, понятно. Другого варианта нема пока, дядю. Ты смотри, подала точно. Как будет другой вариант, будем подала, жить по-другому. Подала, да давай уже носком, держи за ручку. Ой, хорошо, у мене ока неплоха, ну тільки що шукав за характер. Я тепер знаю, хто буде літом залазити на дерево і рвати вишні. Ну і що, думаєш, я тебе много нарву? Не знаю. У мене ведерочка, вот она. Ам-ам-ам-ам. Ага. А тебе скажу, Іра, тебе не хватило вишен. На такому я большом дереві? Я наебся і все. Дайте вам веревочку.
копать, и ніяк не закончу. Хочу это. Хочу сьогодні хоч пол огорода скопати. Сейчас треба заволочити це. Іра, тут нема коли дивитися. Я вже забив. От сюди, от сюди, задів сюди. А, ні, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди, от сюди. От сюди, где ти стій? Дай, здрасте. От сюди. Ну ти що туди будеш оттягувати? От сюди тебе нікуди. Так, ні, ну я ж... Тебе нікуди оттягувати, от туди зайди. Так ти не візьмеш так далеко. Дядь Боб, якщо що, ми не винуваті. Та ні, вона не впаде. Ми самі захотіли її спіляти. Вовік, я боюсь за тебе. Понимаєш, в чому діло? Якщо тебе положить натяжка, ей лучше... Не, подожди, а давай сюда, и вона сюда впаде, и мы ее потом стянем лучше. Да разницы нет. Ну есть разница. Ну что это? Может... Не... Ну да, а ты думаешь, что она вот так пойдет, да? Ну да. Ну тогда лестницу надо убрать. Ира, ну со убирай. Со стороны лестницы надо больше тебе встать. Ты не упал, мне это самое главное. Я вот даже клин тут делаю, бачишь? Делаю тебе... натяжку такую. Можно было. Ой, уже трещит. Ой, видишь, клин вырубал. Ну. Сейчас он тут только... Что, спылял? Да, монтажный поезд не помешал. Ну, а я решил. У меня дома был монтажный, я что-то не согласен. Ну, я думаю, что ты будешь ехать. Наклонили натяжку, получается, и он упал не на провода, деревина упала, а на огород до нас. То есть, я тебе было уничтожено. По правильному. Не то, что надрез, а уголком вырезал, чтобы... Ну, я фильмы уже насмотрелся. Про лесорубов. А тут же, если бы у меня была лестница, я бы взяла, вылезла, и вот так бы этим бы я спаляла, и все. Кем? Ну, лектор. У меня лестницы нема здоровые. Они вот еще попыляют. Не, ну масло все. Так що в мангал влізло, коли я буду шашлики жарити. Ну да. Так влізе, Іра, що не влізе. Ні, чуть-чуть далі. Откуда я мог есть? Мы сели уже вечерить. Ну я понял. Салатик сегодня такой я делала. Так он продается или что? Картошечка, картошечка, селедочка, сверху масло, салатик. И салат щука. На складывайся. И они сейчас выпьют по 100 грамм коньячка. А дурею. А, это не коньяк, это виски. А, да, это виски. Виски, вы меня звали своим коньяком. Вот. Ой, Ира, а я выпью надо бланш. Надо было чем запыть. Так, а есть же там вода. Мы так сегодня натрудились, что мы заработали. Вовик, будешь это? Покажу, это нема больше шита. Кого? Я не наливай больше, хватит, хватит еще целого. По чуть-чуть? Да, что ты? А кого будешь? Что ты будешь? Запивать? Так полный надо вон тебе. Да, здрасте, я уже тетя полный. Запивать. Я не запиваю. Я не запиваю, я заедаю. Меня батя учил заедать, не запивать. А что так? Она, вода в реакцию идет после выпитого. Что это да? Ну, или же знаешь, чем можно этим... Как там? Легонько. Это картошка не жарена, это она была варена, а то ей просто поджарила. Это... Ага. Thank you very much, Don Quixote. На ты, Василушка. Я вилкой еще не ел ее.
Так що я могу ще вілочкою. Та ще нам, що тут ти так положив, то таке? Добавлю чи потом, господи. І що там дійсно? Дуже приємно салат попробувати. Спасибо, 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 за приємний апетит. Іра, ти полила? Так, да, я соус зробила для этого салата. А такой укропчик, да? Вот укропчик, хорошее дело. Це не укроп. Це водоросль. Чу ти водоросли? Мама любить таке. Це даже не, вод, не, кап, не морська капуста, а водоросли. А мені чуть показалось, как укроп. Так. Слепуня. І, звісно. Ну не просто, понимаешь, приятно сделать. Я пью. Добро. Вообще-то я галочки никогда в жизни не делал, только добро делаю. Ну, более такая мощная. Там, ну, свитерочек можно пододеть. От свободно так это собрать. Ну, да, надо было. Я такую ветровку купила. Ветровочка такая. Ветровочка. Мне тоже надо уже обновлять и ветровку. Дядь Вова уходит. Спасибо вам, дядь Вов, за работу. Господи. Хотіла заплатити, але він сказав, я з друзів денег не беру. А, ти предлагала. Здрасте, він сказав, я би, прийшов. Після вашої оплати, ви взагалі ви мене тут не увидите. Я вам сказав, ще раз заікнетесь за оплату, ви мене не увидите. Я тобі тортика ще одріжу. Хао, чао. Дядь Бог. Ну, ми вас від щирої душі українською. Угощаємо вас тортами, кексами. А ви відказуєтесь. Спасибо вам за те, що ви не так нам допомагаєте, розумієте? Хто буде робити цю мужську роботу? Ну, спасибо вам. Денег не берете, хоч купарить кондитерку. Ну, мені доставляє удовольствие, помочь. Ви любите кондитерку, Дивов? Кого? Кондитерку. Ну, ви сладкоєшка. Любе. Ви любите сладкоєшка. Люблю, конечно. Ну, от, от, денег не берете, будемо розплачуватися за сладостями. Та там тої роботи стоїть ну, все равно. Два червонця. Кулюк не вибрати. Слушайся, повинуйся. Все, спасибо так, вам. Ваших все, этих самых там нет у меня пока. Лоточков, да, лоточков нету, вроде я вам вернул, да. Ну, я один оцей, раз... оцей я положила. А, я забыл в прошлый раз. Пока. Забыл в прошлый раз.